Добрый вечер, уважаемые зрители. Сегодня, значит, разговор пойдет о космосе. То есть, что Земля имеет оболочку. И это не просто так, как говорится, что я там придумываю. Это они сами пишут, ученые. И такая картинка представлена, значит, на Википедии. Я сейчас вам покажу, объясню по ней. Получается, что, как я говорил, что Земля имеет оболочку. Иначе бы у нас не было воздуха, все бы вытекло. И в космос никто не летал. То есть они летали в атмосфере. Сейчас это все покажем. Так. Вот тут у меня фотография есть, которую я скачал для этого самого. Так. Называется «Атмосфера». Вот она, эта фотография. Сейчас ее увеличу. Вот. И вам буду показывать это все. Итак. Сейчас посмотрим. Посмотрите внимательно. Значит, вот первая часть. Атмосфера. Тропосфера. Вот она идет. Видите? Сейчас увеличу. Вот Эверест тут. То есть это вот где воздух в основном. Где воздух Земли. Она доходит до 12 тысяч метров, то есть километров. Далее идет стратосфера. Вот стратосфера, здесь самолеты у нас летают от 12 до 85 километров. Ну, самолеты туда редко летают. Там какие-то особые. Но в основном вот здесь вот 30 тысяч километров. 30 тысяч метров, то есть 30 километров летают. 10 километров, 12. Далее идет термосфера. Вот от 120 километров до 200. Видите, до 200. Сейчас я увеличу это все. Вот. От 120 километров до 200. Вот она идет. Вот здесь-то и летают. Видите, вот Восток летал, Гагарин здесь. В термосфере, а не в космосе. Вот так вот нас и дурят. Вот тут ясно показано. Вот он, Восток летал. Вот спутники летают. Здесь еще есть воздух. Разряженный, но есть. То есть это атмосфера Земли еще. Далее. Идем вниз. Дальше идет. От 200 километров и выше. Вот до 500 километров. Экзосфера, вот эта термосфера, здесь жара, как они сказали, потому что здесь газы горячие, которые поднялись с Земли. Тут температура до 1500 градусов, как они говорят, ну, наверное. А дальше идет уже вот экзосфера. Экзосфера, и вот эта экзосфера, вот тут они летали тоже, вот, как они говорят, в этой экзосфере. Но здесь тоже имеется воздух, то есть это еще под оболочкой, это не в космосе. И заканчивается это все вот 300 тысяч километров. И вот тут вот 300 тысяч километров. Они говорят, что геостанции у них летают в экзосфере, типа того, что. Ну, может быть, и летают под оболочкой. Видите? А дальше уже нету у них. 30 тысяч километров. Это вот все идет оболочка. Вот здесь идет оболочка. Иначе бы, если бы оболочки не было, то что бы произошло? Сейчас покажу. Вот этот воздух бы, вот этот воздух бы стал давить. Вот это давит на это, выталкивает сюда. То есть сюда. Дальше. Этот давит на этот, выталкивает сюда.
это давит на это, выталкивает сюда. Видите, что произошло сейчас? Вот. Далее. Ну и в общем, вот так вот выталкивается все. То есть тяжелое вниз идет, легкое вверх. И вот он здесь, видите, все разряженнее, разряженнее становится воздух. Все разряженнее, разряженнее. И раз, и все. Если бы тут вот, вот тут вот, на 300 километров. 300 тысяч километров. Не 300 тысяч. Меньше это они брешут. 30 километров они летают. 30 тысяч километров, а не 300 тысяч. То есть, это они показывают, типа того, что 30 тысяч километров там. То есть, вот 30 тысяч километров, вот здесь вот оболочка идет. Если бы ее не было, то есть, вот это бы все снизу бы выпихнуло. Вот как вы в ванну залезете, вода выпихивается наверх, так бы все это выпихнуло и улетело бы. И у нас на Земле не было жизни. То есть, мы находимся в оболочке. И в космос они не летали, а летали вот, как вы видите, 120 километров и вот здесь вот. То есть летали в атмосфере Земли под оболочкой. А вот оболочка. 30 тысяч километров оболочка находится. А здесь они уже нарисовали 300 тысяч километров. Они там, они туда попасть не могут. Вот там космос. Видите? А тут экзосфера. То есть это под оболочкой. То есть вот это, и можете сказать, или купол, или оболочка Земли. Вот и все. Вот обман этот раскрылся. Хотя этого обмана не было. То есть, в принципе, все на виду, просто люди невнимательно это считали все. Вот. Можете посмотреть. Это все в Википедии, сейчас скажу, как называется это все. Называется это. Вот, атмосфера Земли. Вот ссылку посмотрите. Наберите атмосфера Земли. И вот это все изучите. Вот эта картинка. Вот она, видите? Вот. Они пишут, типа, у них геостанции здесь на 30 тысяч километров. Вот тут вот, видите, у них граница, даже указана граница у них. То есть они официально, только нам в этом не признаются. Вот сюда вот дальше, 30 тысяч километров, дальше они не были. Они там пишут, что дальше там якобы 30 тысяч километров, это все вранье. Здесь вот давление еще идет, видите. То есть воздух есть, легкие газы и легкий воздух есть здесь. И вот тут оболочка. И дальше, если бы не было оболочки, как я говорил, что все бы ушло отсюда. То есть нижнее бы. Так. Вот это тяжелое бы выпихнуло. Выпихнуло легкое вот это вот. Выпихнуло бы. Снизу бы выпихнуло, и вот это все ушло. Ясно и понятно, что, что в космос никто не летал, летают они, значит, под оболочкой. Вот в чем разгадка. Летают они под оболочкой. А может, как вот парни говорят, может, вообще не летают, что им летать под оболочкой? Смысл? Смысл летать под оболочкой? Им не надо посылать, вот как они говорят, им надо посылать спутник там, чтобы GPS. А зачем? Сигнал на оболочку подай на 30 тысяч километров. Он отразится. Вот и все. То есть вот такой обман, который, как говорится, они сами записали, просто никто не проверял. Я это проверил. Если не верите, то все проверьте и убедитесь.